остеопорозу нет или пищи для позвоночника. Мы с вами на протяжении этих дней говорили больше о мягкотканных элементах позвоночника, о межпозвонковых дисках, хрящах, суставах, связках, мышцах. Но нужно поговорить и о костях. И поэтому мы об этом сейчас поговорим. Остеопороз – это самое распространенное заболевание костей. И очень легко понять, остео – это кость, а пороз – поры. Знаете, что такое поры, дырочки? Да? Пороз – это дырявчатость, можно так сказать. Это разрежение костной ткани. То есть, когда кость теряет свою структуру, то есть, по-другому можно сказать, происходит дистрофия костной ткани. В результате, в чем проблема? Кость становится хрупкой, ломкой. Это не точечное локальное заболевание, это системное заболевание. То есть, оно происходит сразу во всех костях организма. И в чем проблема? Проблема этого заболевания, опять же, в том, что оно абсолютно бессимптомно. Ничто не беспокоит человека, абсолютно ничто. До того момента, пока кость не становится настолько хрупкой, что при каком-то незначительном, там, это может быть прыжок, вот, или даже бывает неудачно сел, и ломается кость. Ну и при падениях, обычно переломы, которые происходят, когда шел, споткнулся, упал, вот, это тоже, как правило, в большинстве случаев показатель того, что остеопороз у человека. Проблема в том, что после 50 лет, это немножко статистики давайте, после 50 лет каждая третья женщина страдает остеопорозом, то есть уже процесс зашедший далеко. 20% жертв остеопороза мужчины, так что мужчины не расслабляются, эта проблема у нас тоже касается. И наиболее частые места, где происходят переломы, это руки, точнее нижняя дистальная треть предплечья. Это позвонки, тела позвонков, и это шейка бедренной кости. Вот. Последние два перелома являются достаточно проблемными, потому что, например, вы знаете, если человек сломал себе шейку бедра, то велика вероятность, что он может остаться прикованным в постели, особенно когда это уже в пожилом возрасте, когда уже операцию не могут врачи делать. Тогда уже у человека возникают очень большие проблемы. Но и перелом позвонков тоже имеет серьезные последствия. Тела позвонков. Посмотрите, что происходит, если произошел перелом тела позвонка. Он деформируется, да? Он теряет свою правильную конфигурацию. Соответственно, уже все, что находится выше этого позвонка, оно уже, нагрузка уже неправильно распределяется. Нагрузка неправильно распределяется. И это способствует очень быстрому разрушению костных структур позвоночника. Это что-то чем-то похоже на сколиоз. Только в сколиозе проблема, что, как правило, он развивается, когда кость еще недостаточно набрала минералов, она еще недостаточно крепкая, идет еще процесс окостенения в детском, подростковом возрасте. И немного как бы деформируется хрящи, они изменяют свою конфигурацию. А здесь уже, когда кость приобрела взрослую структуру, но идет разрежение ее плотности, происходит перелом. И в том и другом случае деформируется, изменяется нагрузка, и это способствует быстрому разрушению всех структур позвоночника. Как же возникает остеопороз? Давайте разберемся. Здесь прежде всего важно понять, что с того момента, как мы рождаемся, и приблизительно лет до 35, так условно, идет процесс, когда кости набирают минерал. В основном в структуре кости это кальций, соль, гидроксиапатит, кальций. Там идут соли фосфора и кальций. И до 35 лет это время жизни, когда человек может набрать. Это подобно тому, как если вы начнете и будете откладывать на счет в банке, например, каждый месяц какую-то часть своей зарплаты. Да? И постепенно там будет накапливаться, накапливаться, накапливаться. А после 35 лет уже начинают преобладать процессы уменьшения этих запасов.
То есть уже вы начинаете снимать с этого счета. Каждый месяц понемногу снимать. Потому что уже зарплаты не хватает. Вот, и нужно чем-то ее... Это что-то похоже, знаете, на стабилизационный фонд. Как вот в России сделали стабилизационный фонд. Знаете это? И когда вот кризис, это был 2008-2009 год, это когда серьезный кризис. Но благодаря тому, что они создали стабилизационный фонд за счет... того, что деньги от продажи нефти они не тратили, а они отлаживали. И накопилась приличная сумма, которая позволила во время кризиса выдержать этот кризис и не рухнуть экономике страны. И благодаря этому Россия еще до сих пор не стоит на коленях, а еще способна. Вот то же самое происходит и в костях наших. Да? Поэтому давайте сразу подумаем. Для того, чтобы у человека не было остеопороза, что принципиально он должен предпринимать, чтобы он... У него не было дефицита кальция, грубо говоря, скажем так, в костях, так? Что необходимо предпринимать? Вот пока он ребенок, пока он подросток, молодой человек, что он должен делать? Пищу выбрать. Нет, давайте мы не будем конкретные рекомендации давать, а принципиально, что он должен делать? О чем он заботиться должен? Правильно, о качестве еды. Вы все правильно говорите. Но чтобы у него... Ну, смотрите. Вот вам исполнилось 35 лет. Из сегодняшнего момента вы каждый день снимаете там по 50 долларов со своего счета в банке. От чего зависит, как быстро счет достигнет цифры 0? От того, сколько накопили. От того, сколько накопили, да? И от того, сколько часто снимали. Да. Или еще вариант, сколько вы снимаете и как часто. Да? Поэтому сколько вы накопили, это зависит от вашего первых 35 лет вашей жизни. Да. Поэтому вы должны все усилия приложить. Не уже потом браться за голову и думать, ну что же теперь, надо же что-то делать, потому что теперь уже сложно будет что-то делать, потому что сложнее уже. Организм не так настроен запасы делать, хотя все равно это возможно, но сложнее гораздо. Вот. Поэтому нужно заботиться о том, чтобы набрать этот кальций. Как это мы сейчас с вами поговорим? А уже если вы постарше, то тогда о чем нужно заботиться? Чтобы его не терять из костей, да. Чтобы его не терять. А как же этого добиться? Мы с вами должны познакомиться и знать в лицо основных, главных похитителей кальция в нашем организме. И первый похититель, и самый важный, один из самых важных, это малоподвижность. Малоподвижность. Снова смотрите, физические упражнения. Куда ни посмотри, как ни крути, все равно без физических упражнений мы не можем обойтись. И вот в чем дело. Недавно было опубликовано интересное исследование. Его провели в Великобритании на 3000 жителей 31-39 годов рождения. И вот проверяли у них, насколько у них выражена степень остеопороза. И обнаружили, что... Вот видите, остеопороз, то есть здесь кость не такая плотная, да? А вот нормальная кость. Ну, это рисунок просто. Обнаружили, что у тех пожилых людей, у которых лучше были развиты мышцы, вот как здесь, у них кости были в лучшем состоянии. А у тех, у кого мышцы были хуже развиты, кости были в худшем состоянии. Вот. И у тех, у кого мышцы были серьезно атрофированы, это называется саркопения, у тех наблюдался и остеопороз с удивительной закономерностью. Хотя есть небольшие отклонения, но четко установлена эта закономерность. То есть, какой вывод мы делаем? Что нам нужно сделать для того, чтобы наши кости были крепкие, у нас не было остеопороза? Мышцы. Иметь хорошо развитую мышечную массу тела. Да? А как ее иметь? Регулярными тренировками. Регулярными тренировками. Не какой-то одной или двух мышц, а всех. Правильно? Это очень важный вывод. Вот что еще интересно. Кость – это не статичная вещь, как может показаться на первый взгляд. Это не камень, который вот и сегодня такой, и через 5 лет такой будет. Кость – очень мобильная структура. И там, так же, как и в связках, и в мышцах, и в хрящах, идет постоянно процесс перестройки. И если вы вот посмотрите на кость, вот возьмем бедренную кость и разрежем ее, вы видите внутри, что ее структура имеет вот такое решетчатое строение, да? Здесь вот где дальше пустота, здесь костный мозг находится, здесь кроветворение происходит.
А вот здесь основное место, где идет нагрузка. Видите даже, что эти линии идут определенные линии. Да? Вот эти балки костные, трабекулы они называются, они идут по определенным линиям. Да? И если вы подумаете хорошо, вот здесь вот сверху тело находится, да, и вес отсюда сверху дали, то вы поймете, что эти линии распределены именно таким образом, чтобы лучше всего сопротивляться и держать вот этот вес, и не ломаться при этом. То есть это идеальная инженерная конструкция. Но, ну, и точно так же в теле позвонка. В теле позвонка нагрузка идет прямо вертикально, поэтому видите, что здесь и линии идут вертикально. И линию упругости, которые не дают сдавливаться кости. Но если вы посмотрите на две кости, одни и те же кости разных людей, вы заметите, что структура у них разная. Они не похожи. Ну, принципиально она такая же, но они отличаются. И даже более того, патологоанатом, хороший патологоанатом, может очень много сказать, даже если у него в распоряжении будут только кости. Он может рассказать о том, чем занимался человек, какая у него была профессия, какие у него были вредные привычки, вот, как он сидел, вот, сколько времени он проводил лежа на диване, сколько времени он проводил стоя за станком, играл ли он в футбол или в баскетбол, или еще во что-нибудь, или он плавал. Это все можно сказать. Потому что ваша кость постоянно перестраивается, адаптируясь к той нагрузке, которую вы испытываете. С одной стороны, это плохая новость, потому что если вдруг ваша кость перестанет испытывать нагрузку, то вы станете ее терять. Но с другой стороны, это хорошая новость, потому что если вы дадите кости нагрузку, то что будет происходить с ней? Она будет крепнуть. Она будет крепнуть, и это очень хорошо. И связано это с удивительным явлением, которое в физике называется пьезоэлектрический эффект. Это явление, когда при нажатии или сдавливании или растягивании определенных материалов, как правило, это кристаллы, но не только, происходит возникновение электрического тока, электрического заряда. Разность потенциалов возникает. И вот кристалл гидроксиапатита, минерал, из которого состоит кость, они обладают вот этим свойством. На этом основаны очень многие вещи, которыми мы пользуемся. Например, колоночки вот эти, которые здесь работают, да, или другие вещи, они используют этот же принцип, только здесь в колонках наоборот, здесь идет электрический ток, он вызывает деформацию, периодическую деформацию мембраны и колебания воздуха, и мы слышим это как звук. А здесь процесс ровно наоборот. То есть любая нагрузка, которую испытывает кость, она вызывает возникновение электрического тока. И дальше работает очень интересный механизм. В кости, как и в хрящах, как и в межпозвонковых клетках, живут, дисках живут клетки, клеточки. И эти клеточки, они занимаются тем, что постоянно производят вот эту структуру кости. Давайте познакомимся с ними. Главные действующие лица у нас это, вот они, это остеобласты, это строители. Остеобласты это строители. Они строят наши кости, поэтому это наши герои. Вот, мы о них должны заботиться. А вот это остеокласты. Ну, класты уже говорит чем, слово о чем-нибудь. Класты. Класты. Они поедают кость, совершенно верно. Они занимаются тем, что они поедают нашу кость. Значит, кто это? Можно было подумать, что это наши враги. Зачем они нам нужны? Но не будем торопиться с выводами. Дело в том, что действительно остеокласты, они постоянно занимаются тем, что создают нашу кость. Они постоянно строят, строят и строят и строят. И вот каждая кость покрыта пленочкой, называется надкостница. И вот внутри этой надкостницы остеобласты могут перемещаться везде, где хотят, и любую дырку они должны заделывать. Заделывать, заделывать и заделывать. И они постоянно ходят везде и заделывают, и заделывают, и заделывают. И когда они все заделают вокруг себя, они оказываются замурованными, и навсегда так и остаются жить в этом месте, и они уже тогда называются остеоциты, как хондроциты, да, остеоциты. Остеобласты, остеокласты, наоборот, они постоянно поедают. И вот они ходят везде и все подряд поедают. Все поедают, поедают, поедают.
За ним идут остеобласты, снова строят, строят, все заделывают, заделывают все дырки. Потом идут остеобласты и поедают, поедают, поедают. Но есть один маленький секрет. Дело в том, что остеобластам разрешено все время работать. А остеокластам разрешают съедать только ту кость, только те кристаллы, на которых нет пьезоэлектрического эффекта, на которых нет искры, нет заряда. То есть те, которые не испытывают в данный момент, что? На механическую нагрузку. То есть те, которые мы не пользуемся. И что получается? Получается, что в тех местах кости, где проходят линии нагрузки, возникает электрический заряд, и остеокласты не могут их поедать. А те места, где этой нагрузки нет, там нет этого заряда, и остеокласты поедают. И получается идеальная структура из вот этих балок, которые расположены именно таким образом, как идет нагрузка. Идеальная инженерная конструкция. Вы поняли? И ничего лишнего при этом. Почему? Потому что если бы остеокласты не убирали лишнего, то наши кости были бы такими тяжелыми, что мы не могли бы ни руки, ни ноги наши поднимать. Как свинцовые были. Вот. Поэтому Бог очень мудро придумал вот этот механизм. Этот механизм объясняет, почему у спортсменов, которые очень много тренируются, очень большая нагрузка у них физическая, у них всегда очень крепкие кости. Очень крепкие кости, самые крепкие. За счет вот этой физической нагрузки. Наоборот, например, космонавты. Дело в том, что мы, живя и ходя по Земле, постоянно испытываем силу гравитации. Она постоянно давит на нас, притягивает нас к Земле. Мы этого не замечаем, мы привыкли к этому. Но когда космонавт оказывается в космосе, там силы гравитации нет. Она не действует на кости. И как вы думаете, что происходит? Для остеокластов начинается настоящий пир. Снят запреты. Сила не действует. Никто не давит на кости. Можно есть все. И даже несмотря на то, что космонавты там регулярно занимаются специально физическими упражнениями, чтобы не так быстро терять это, все равно остеокласты поедают, поедают. И поэтому, когда космонавт возвращается после полета, он не выпрыгивает так и побежал. Потому что как, если он так вот встанет и сойдет сам со ступенек, вот, то у него сразу сломается позвоночник, ноги, руки и все. И он останется инвалидом. Вот, поэтому его сажают на каталку, он проходит процесс реабилитации, чтобы постепенно восстановить, набрать эту массу. Вот такое значение имеет этот механизм. Или вот многие подходят, жалуются по поводу пяточных шпор. Что это такое, почему они возникают. Давайте разберемся. Вот наша подошва, так. Вот косточка, а снаружи она покрыта фасцией, и вот здесь есть такое сухожильное растяжение, плотная такая связка, большая, широкая на всю подошву, которая крепится вот здесь к этим косточкам красным и к, здесь сзади к пяточной кости, да. И при определенных условиях, если человек, например, когда бегатель, у него нагрузка идет в первую очередь на передстопы, или когда человек ходит на каблуках, женщина, например, тогда получается, что стопа все время растягивается, распластывается чрезмерно, и вот это пленочка надкостница может отслоиться. Вы здесь видите, вот она идет. И она может отслоиться. А вы помните, у остеобластов задача всякую пустоту заделывать. И они начинают эту пустоту заделывать. И постепенно, когда надорвало, здесь отслаивается и вырастает здесь костный вырост. Вот. И он такой болезненный, когда наступаешь, он болит, 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 человек невозможно ходить. Да? Как будем лечить? Мы знаем механизм, мы знаем проблему. Что будем делать? Лежать ничего не делать, чтобы... Лежать ничего не делать, хороший вариант. Вот туда, остеокласты все съедят. Мамочка съели. Деклошинар. Ну, вы уже начинаете меня расстраивать. Что будем делать? Опять больше движения. Первое, что нужно делать? Ага, больше движения, и вам больно на ногу наступить. Какое больше движение? Все равно ходить. Ходить. Так невозможно ходить, болит. На носочках. Но вы будете ходить, вы дальше будете ходить, у вас дальше будет надрываться подкостница, и дальше будет еще больше пяточная шпора расти. И что вы добьетесь? Потом уже в операционную. А вы что добиваетесь? В чем проблема? В чем проблема? Боль, что болит там?
Проблема в том, что вы неправильно пользовались своей стопой. Поэтому вы должны разобраться, что вы не так делали, и перестать это делать, в первую очередь. Для того, чтобы остеокласты не получали запрет разбирать вот эту часть. Иначе не сможете. Она не будет разбираться. Если вы носите каблуки, значит их надо выбросить и взять нормальные каблуки, там невысокие такие, какие будут. Если вы неправильно ходите и так далее, то нужно это корректировать. Если у вас плохая обувь, ее нужно поменять. Может быть, стелечки какие-то, еще что-то. То есть надо решить эту проблему. Сходить к ортопеду, посоветоваться, поконсультироваться и решить. А потом уже применять разные мази, компрессы, там, ультразвук с гидрокортизоном, еще всякие разные вещи, которые будут способствовать быстрейшему ее рассасыванию. Вы поняли принципиально, да? То есть вы должны думать не на уровне, что делать, или вот таких советов, там, вот такую-то таблетку столько раз в день. Вы должны научиться понимать, что происходит. Я для этого вам все рассказываю. То же самое, когда человек ломает кость, что делают хирурги? Они берут вот такой аппарат, или заново называется, и они прикрепляют с одной стороны кости, с другой, и сдавливают кость. Зачем они делают это? Когда они сдавливают кость, здесь возникает электрический заряд, и волокна коллагена начинают прорастать из одной кости в другую, и начинают минералы здесь откладываться, и формируется костная мозоль. А потом через какое-то время они, наоборот, берут и начинают растягивать, когда еще не до конца, когда она уже сформировалась, мозоль, но она еще не окостенела окончательно. Начинают растягивать. Вот. И можно так даже удлинять длину рук, ног. Вот. И этим успешно ортопеды занимаются. Но вы смеетесь, иногда у людей с этой трагедией, потому что бывает разная длина, и из-за этого большие проблемы. Вот. Поэтому такой удивительный, интересный механизм. Кстати, именно поэтому при остеохондрозе деформируются тела позвонков. Помните, как называется деформация? Спондилез, совершенно верно. Дело в том, что вот тут, помните, идут волокна. И когда высота диска уменьшается, выпячивается диск сюда, эти волокна тянут вот сюда в сторону. Вот. И вслед за этим кость перестраивается в соответствии с тем, куда идет тяга. Ученые, проводя исследования, различные обнаружили, что клетки ваши, которые живут в ваших костях, остеобласты, остеокласты, вы уже поняли, что остеокласты это не враги, да? Это тоже наши друзья, потому что без них жизнь была бы очень тяжелой в прямом смысле этого слова. Да? Очень тяжелой, потому что кости были бы как свинцовые плиты. Вот. Но ученые заметили, что наши клетки, которые живут в костях, очень чувствительны к тому, какой образ жизни мы ведем. И если наша кость не получает постоянно определенную нагрузку, когда кость сжимается и разжимается, то там тоже идет движение жидкости. И только благодаря этому движению жидкости остеоциты, которые там замурованы, помните? Вот, они получают питательные вещества. Если это прекращается, то тогда они задыхаются, умирают от голодания, от дефицита кислорода. И тогда эта часть кости разбирается, этот участок. Остеокласты приходят и разбирают. Вот, и человек теряет кусочек своего запаса. Да? И каждый раз, если он теряет, то тогда развивается остеопороз. Поэтому что необходимо делать для того, чтобы кости были крепкие? Нужно постоянно давать им нагрузку. Да? Для ног какая нагрузка? Ходьба. Для рук? Упражнение. Сжимание. Да, но это для маленьких ваших косточек. А для вот этих вот? Согласен, лопата хороший вариант. Вот. А еще идеально, если человек научился лопатой двумя руками. То есть сейчас время он копает одно, сейчас времени другое, это вообще идеально, супер. Вот. Не будет тогда никаких проблем. Потому что если одно очень слишком много копать, то тогда может быть некоторые проблемы. Что еще можно предложить? Бассейн. Хочу вам предложить один очень легкий способ, но очень мало людей пользуются им, к сожалению. Он называется отжимание. Отжимание. Кто из вас регулярно отжимается, поднимите руки?
Так много нас. И в ответ тишина. Несколько рук. Молодцы те, кто подняли руки. А все остальные задумайтесь серьезно. Вот. Что думают ваши остеокласты, живущие в ваших руках? Что они думают? Нужны вам руки или нет? Да? Вы должны знать, что отжимания – это один из самых видов упражнений, которые для профилактики самого разного, я не знаю, список здесь можно, колоссальный список, начиная от женской онкологии, рак груди, все вот эти все проблемы, вот, и постоянные хронические бронхиты, заканчивая сердечной недостаточностью, вот, и остеопорозом, и всеми остальными вещами. Вот, отжимания – это один из мощных, то есть вы, когда вы пользуетесь вот этими мышцами, которые вы обычно не пользуетесь, даже когда вы тяжести носите, вы ими не, они у вас в зажатом состоянии все время. Очень хорошо помогает. Очень плохое кровообращение. Вот, поэтому это очень-очень хорошая вещь. Что еще рекомендуется делать для людей? Итак, давайте. У человека остеопороз. Что вы посоветуете ему? Какими упражнениями заняться? Можно ли бегать ему? Почему? Кости хрупкие. Нельзя. Бегать нельзя. Прыгать можно? Нельзя. Нельзя. На турнике висеть можно? Нет. Потому что после турника спрыгивают обычно. Пусть висит, поэтому действительно здесь нужна ходьба. Но, как правило, бывает так, что остеопороз никогда, беда не приходит одна. Как правило, часто остеопороз сопровождается артрозами в крупных суставах, коленом, тазобедренном. Вот, и в таких случаях сложно посоветовать много ходить, потому что человек не может. Тогда мы с вами говорили, тогда скандинавская ходьба может быть. Да? Вот, поможет ли плавание в лечении остеопороза? Да. Каким образом? Что происходит с человеком в воде? Человек становится легче. То есть то же самое, что и в космосе. Понимаете? Вес человека сразу становится во много раз меньше. Вот. Это значит, что в то время, пока вы плаваете, ваши остеокласты, ваши косточки не испытывают нагрузки такой. Гравитация не работает с такой силой. Да. И поэтому эффект вы получите мизерный. Единственная польза, что вы там мышцы размяли. Вот. Но лучше, то есть это не вредно, да, потому что вы мышцами все-таки двигаете, но это не тот вариант, который позволит вам, скажем, набрать хорошо и быстро. То есть он не запрещен, вот, но он не является панацеей. Да? Поэтому в этом смысле, конечно, лучше, гораздо лучше ходьба, отжимания и прочие вещи, которые дают вот такую нагрузку. Да? Но про скандинавскую ходьбу я не буду вам рекламировать, мы уже рекламировали и говорили, и вообще это очень хорошая вещь. И любые виды любого рода физической нагрузки. Что еще? Что еще похищает нас кальция? Это табак и алкоголь. Я думаю, здесь не нужно долго убеждать. Хорошо, потому что это отравляющие вещества, они убивают ваши остеопласты и остеокласты, вот, и, соответственно, ваши кости будут разрушаться. Кофеин. Про кофеин хочу сказать чуть-чуть подробнее, потому что сегодня очень много рекламируют разные кофеинсодержащие напитки, и масса научных статей публикуется, в которых якобы демонстрируется, что это такая полезная вещь для здоровья, что без нее никак. Вот. Поэтому я должен сказать вам, что кофеин, как и прочие упомянутые вещества, является ядом. Это ядовитое, это отравляющее вещество, которая создается в растениях для того, чтобы животные их не поедали. То есть растения специально создают кофеин, родственный ему теофилин, теобрамин и целый длинный список других веществ, никотин и прочие остальные, для того, чтобы животные их не ели, как ядовитую защиту. Вот. А люди берут, собирают, заваривают и пьют. Посмотрите, например, как кофеин действует на паука. Я очень люблю этот эксперимент. Это австралийский паук. У него самая большая красивая паутина. Вот нормальная паутина, которую он сплел. А теперь пауку дали выпить две чашечки кофе. Ну, в пропорции. Как вот если человек выпил две чашечки кофе, такую дозу. Посмотрите, что он сплел. Молодец, отдыхает.
Это очень хорошо действует, как, какое влияние кофеин оказывает на работу нервной системы. Вы помните, что животные, насекомые особенно, это существа, которые, у которых работают в основном низшие отделы нервной системы, которые за инстинкты все отвечают. Да? И кофеин очень приличную сумятицу сюда вводит. Когда пауку дали выпить 4 чашечки кофе, то он просто две ниточки сплёл, повис на них вот так и не сел. И туда муху положили даже специально, и он не шелохнулся. Он даже не почувствовал там, что муха попалась. И только спустя 96 часов восстановилась нормальная способность. Это сколько 96 часов? Сколько? 4 дня. 4 дня после 4 чашечек кофе. Вы представляете себе. Кстати, подобным образом действуют все наркотики. Можете здесь увидеть, как марихуана, экстази, ЛСД и кофеин среди прочих. Далее. Я уже сказал, да, что кофеин, это он содержится в кофе. Родственный ему метилксантин, теофилин, это в основном чайный куст, это черный чай, это зеленый чай, вот, и все, что из них делается. Теобрамин – это вещество, которое содержится в какао-бобах. Это какао, шоколад и все, что из них делают. Вот. И везде, где вот эти вещи добавляются, они немножко химически отличаются, друг от друга очень схожи по структуре. Я хочу вам объяснить, как действуют эти яды на клетки нашего организма. Во-первых, посмотрите внимательно на структуру всех метилксантинов. А теперь посмотрите, вот это вот одна из 4 букв, из которых строится ДНК. Это азотистое основание. Вы догадываетесь, что может не так сложно перепутать. И именно из-за схожести структуры сегодня установлено, что кофеин является мутагеном, то есть веществом, которое вызывает мутации, нарушение, изменения в генах. За счет того, что совершается ошибка. Встраивается не то вещество, и гены не могут нормально работать. И это причина многих врожденных урозов. Это причина патологии беременности, вынашивания беременности, это причина вообще многих заболеваний. Но проблема заключается в том, что практически не выделяется средств на то, чтобы провести серьезное фундаментальное исследование этого вопроса, потому что это никому не надо, никому не выгодно. Вот. Эти данные есть такие обрывочные, но их особо не популяризируют, а вам рассказывают о том, что в зеленом чае нашли полезные флавоноиды, которые там целую такую огромную пользу приносят для вас. Хотя эти флавоноиды вы везде, где угодно можете найти. Вот. И там, где нету ядовитых веществ в составе. Вот. Но вам рекламируют то, что принесет прибыль определенным людям, которые это продают. Поэтому вы решаете сами, но я лично, как врач, считаю, что употребление этих напитков настолько же опасно для человека, как употребление алкоголя, курение или употребление любых других наркотиков в любых количествах. В том-то и коварство их, что их эффект менее заметен. Именно поэтому человек позволяет себе употреблять их гораздо больше. Вот. И именно поэтому и они приносят очень, очень большой ущерб. Итак, как они действуют? Давайте покажем. Еще возможно, вот цикорий сейчас появился. Как они действуют? Вот, вот клетка. Вот это мембрана клетки, наружная оболочка клетки. Вот то, что внутри находится. Так? Ну и клетка как-то должна с внешним миром общаться. Да? Мозг управляет клеткой, посылая ей информацию, приказы при помощи гормонов, специальных молекул, гормонов. И эти гормоны действуют на клеточные рецепторы. Это как антенны, которые принимают сигналы. Принимают сигналы, затем через специальный механизм передают его внутрь клетку, и внутри работа клетки изменяется. Внутри работа клетки изменяется. И есть рецепторы, которые воспринимают стимулирующие сигналы. Например, в данном случае у нас это будет глюкагон. Глюкагон, он стимулирует образование глюкозы, выделение глюкозы из печени, чтобы поднять уровень сахара в крови. Или адреналин – это гормон стресса, который тот же самый эффект приводит, который мобилизует запасы энергетические, чтобы организм мог справиться с возникшей какой-то экстренной опасностью, смертельной угрозой. Есть рецепторы, которые воспринимают сигналы ингибиторов, то есть
гормонов, которые говорят, все, тише, остановись, успокойся, сбавь обороты. Да? Вот. Например, если в отношении глюкозы, это будет инсулин, но у нее там еще и другие есть механизмы немножко. Ацетилхолин – это гормон, который передает сигнал от нервов к вашим мышцам, чтобы мышцы сокращались. Эндорфин – это гормон радости и счастья. Вот. Он останавливает действие гормонов стресса, вот именно таким образом. То есть он переводит клетку из режима, я вам про это завтра расскажу, из режима защиты в режим роста и развития. Ну а давайте посмотрим, вот поступил сигнал клетки. Мозг посылает ей приказ, давай, печень, например, давай, создавай глюкозу, выделяй глюкозу, нужно поднять уровень сахара в крови. И этот сигнал передается на специальный фермент, аденилацикласу. И этот фермент превращает наши батарейки, АТФ, помните, вот, которые заряжаются в митохондриях, вот моторчики, помните, там крутятся, и заряжают вот эти батарейки. Да, превращает вот эту молекулу в специальное вещество, циклическое АМФ, которое служит сигналом, внутриклеточным сигналом, активирующим сигналом. И она, и вот эта вот молекула, она включает работу очень-очень многих белков, ферментов. Это как педаль газа в автомобиле. Когда нажимаешь на педаль газа, сразу подача топлива увеличивается, скорость увеличивается, да? Двигатель работает быстрее, и там через ряд разных посредников этот сигнал передается и изменяет работу генов и внутриклеточных механизмов, происходит ответ. Но вы понимаете, что если есть педаль газа, то может понадобиться и тормоз. Да? И такой тормоз есть. Вот этот тормоз, он, это фермент фосфодиэстераза. Она разбирает вот эту молекулу и обезвреживает ее, скажем так, и она становится неактивной, убирает ее. То есть сигнал поступил, создалось какое-то количество, да? Раз, потом она разобрала, если дальше сигнал не поступает, активирующий, то убирается лишнее и все. И тогда обороты сбавляются. Это педаль тормоза. Что делает кофеин? Оригинально и убийственно. Он блокирует вот этот фермент. Это можно сравнить с тем, как вы бы перерезали тормозной тросик. И клетка начинает набирать обороты. Газ работает, а тормоз не работает. Ну что ж, какое-то время это может нравиться. Да? Даже приятно с ветерком проехать. Но как только вы подъедете к какому-то повороту, то вы догадываетесь, что произойдет дальше. Произойдет трагедия. То же самое происходит и в организме. То есть кофеин заставляет организм работать на износ. И таким образом, отравляя вот работу организма, нарушая ее, искусственным образом стимулируя. То есть вот это слово «стимуляция», оно такое вроде с положительным оттенком. Но я надеюсь, что после этого вы будете понимать, что все стимулирующие эффекты кофеина – это вот это вот убийственное действие на то, чтобы лишить клетку механизма защиты, тормоза, который нужен, чтобы не погибнуть из-за того, что дефицит возник ресурсов. Потому что у организма есть лимит определенных запасов всего, да? И он должен мудро распоряжаться. И если вы получили зарплату, например, у вас зарплата, не знаю, там, например, 5 миллионов вы получили, и вы начинаете каждый день по 2 миллиона тратить, насколько у вас на месяц хватит зарплаты? Нет. Пару дней. А дальше что будет? Хорошо, если есть у соседки занять, а если уже соседка вам 10 раз занимала, и уже она не займет, то что тогда произойдет? Голодать будете. Но организм не может себе этого позволить, понимаете? Он не может просто так вот какое-то время. Помните, мы говорили, как только моторчики перестают работать, эти, в тот же момент клетки погибают. Поэтому вот это действие, кофеин как бы стимулирует организм, но за счет вот того запаса, неприкосновенного запаса, который на черный день есть в организме, который нужен вам, если вы попадете в аварию, например, или кто-то из близких ваших умрет, или еще какая-то серьезная трагедия произойдет. И вам нужно будет выжить. И доктора говорят, о, этот крепкий, этот справится, у него сильный организм, он борется, да? А это говорят, о, этот, ничего, потому что у него уже нет там никакого запаса, нет никаких сил резервных. Вот, поэтому каждый день, беря в руки чашечку чая или кофе, думайте о том, что вы делаете. Вот, и какой ценой это потом может обойтись для вашего организма. Потому что это кажется абсолютно безобидно, абсолютно никаких проблем. Но тем не менее, хорошо известно, что многие люди попадают
в абсолютно наркотическую зависимость от этих веществ. Вот. И не только от кофе. Но и чай, особенно в некоторых местах, широко используют для этого. И на шоколад можно тоже очень здорово подсесть. И точно так же, когда любой другой наркотик. Поэтому подумайте об этом. Ну, кроме того, упомяну, что кофеин вызывает апоптоз остеобластов. То есть, по-простому, остеобласты начинают массово умирать. Он нарушает синтез коллагена и нарушает процессы минерализации в кости. То есть, он мешает вашим остеобластам строить вашу кость, не дает это делать. Кроме того, он вызывает задержку развития хрящевой ткани. Это тоже хорошо установлено в научных работах. Поэтому кофеин – это наш враг, который убивает. Вопрос, зачем употреблять то, что разрушает нервную систему и весь организм, если есть здоровая альтернатива без ядов и наркотиков. Есть множество вещей, которые можно использовать в качестве напитков, начиная вот тут спрашивали за цикорий, или там ржаные напитки, и травяные чаи какие-то из плодовых. Вот. Ну, главное, чтобы это не было полынь там, или еще что-нибудь подобное. Да? Вот. Потом есть такая замечательная вещь, как кэрб. Вот это вот стручки рожкового дерева. Из них делают порошок, кэрб. Он очень похож на какао-порошок. Вот. Из него можно делать, изготавливать полезный шоколад. Вот. И, пожалуйста, все вот эти вещи. Можно вот такой торт сделать и смело сказать, что этот торт полезный для здоровья. Вот. И в нем не будет ничего из тех веществ, которые... Но этому нужно учиться. Поэтому приглашаем вас на кулинарные курсы, которые здесь также периодически проводятся, для того, чтобы вы могли осваивать вот это все. Это очень хорошо. Но мы пойдем дальше, да? Почему полынь нельзя? Отрава. Полынь – это отрава. Как и прочие другие яды. Но полынь – это яд. Не надо экспериментировать со своим организмом, не стоит. Еще установлено, что избыток соли тоже служит потере кальция. Поэтому мы рекомендуем, и все врачи едины в этом, что человеку не нужно употреблять больше 3-5 грамм соли в сутки. Практически это значит, что ваша пища всегда должна быть слегка недосоленной. Вот если она уже нормально соленая, нормально, как вы привыкли, то значит вы уже употребляете слишком много соли. Вот. Поэтому отрегулируйте этот вопрос. Соль в небольшом количестве нужна, но избыток ее приводит к потере кальция. Также избыток фосфора. Его очень много в мясе, его много в молочных продуктах и много в газированных напитках. Поэтому люди, которые потребляют много мясных и молочных продуктов в больших количествах, или люди, которые покупают вот эти все химические растворы, которые продают почему-то, я не понимаю, почему в продуктовых магазинах под названием продукты питания. Вот. Все эти газированные напитки, они непригодны для того, чтобы их употреблять внутрь. Никому, ни детям, ни взрослым, ни на Новый год, ни на праздники. Вот. Там единственное, что там хорошее, полезное, то сахар, который добавляют, еще большой вопрос, или полезен он в том виде, в котором он там находится. А я даже точно скажу вам, что не полезен. Вот, поэтому вот эти вещи, но в частности, там очень много добавляют фосфорной кислоты туда, в состав. И поэтому их нельзя употреблять. Также избыток белка. Избыток белка, на нем нужно остановиться поподробнее. Вот в чем дело. Когда белок – это драгоценность для вашего организма, он очень нужен нашему телу. Но именно потому, что он драгоценность, в организме не существует механизма выведения лишнего белка. Единственный способ, что может сделать организм с лишним белком, это его сжечь. Но когда он сжигает белок, то образуется вот аминогруппа, она создает аммиак. Знаете, что такое аммиак? Наш эфирный спирт, да? Приводит в чувство даже мертвого. Да? Потому что очень мощный яд. И как только нервная система рецепторов обонятельных получает сигнал, что в воздухе поднимается концентрация аммиака, она воскрешает мертвого, чтобы он мог убежать из этого места, иначе он точно умрет не от того, что ему плохо, а от того, что он отравится этим ядом. Да? Поэтому тут же на месте в клетке этот аммиак должен обезвредиться, превратиться в мочевину водорастворимую и с почками как можно быстрее вывестись. Это смотря сколько воды вы пьете. Да? Вот, так оно быстрее будет выводиться. Что еще происходит? Если избыток белка, то тогда особенно в животном белке, то есть в белке мяса, молока,
рыбы, очень много серосодержащих аминокислот, цистин, метилен. И при их сжигании образуется серная кислота. Ну что такое серная кислота? Спички, знаете все, да? Это тоже. И эти все вещества поднимают уровень кислотности в нашей крови. А в крови должен быть постоянный уровень кислотности. Если чуть-чуть сдвиг идет туда или сюда, то парализуется работа всего организма, человек просто умирает. Поэтому организм чем-то должен кислоту гасить. Чем гасить? Да, самый простой способ – извести. Потому что этой извести в ваших костях полно кальция. И организм начинает доставать этот кальций из кости, чтобы погасить вот эту повышенную кислотность. И вы активно теряете ваши кости. Поэтому избыток белка – это очень большая проблема. Сколько белка нужно человеку в день? Вот официальная рекомендация Всемирной организации здравоохранения – 0,75 грамм на килограмм массы тела для взрослого мужчины и женщины. То есть ваш вес вы должны умножить на 0,75. Например, если человек весит 80 килограмм, сколько грамм белка в день ему нужно? 80 умножить на 0,75. Математики? 60. Совершенно верно. То есть 60 грамм белка – это достаточное количество для этого человека. Если период беременности, то нужно добавить еще 6 грамм, то есть не 60, а 66. Да? Вот. Если кормление, то первые полгода вскармливания 17,5 грамм добавляете вот к этой цифре, а вторую половину, вторые 6 месяцев – 13 грамм. И этого достаточно. И этот уровень белка называется безопасный. Безопасный уровень белка. Ну, просто для примера покажу, посмотрите. Легко ли получить белок? Вот посмотрите. Это классическая вегетарианская диета, где вообще нету ни мяса, ни молока, ни яиц, ни каких-то изделий из них. Вот. Тем не менее, человек умудрился уже 70 грамм белка получить. То есть это элементарно. Если у вас разнообразие, если в рационе достаточно есть цельных зерновых, бобовых и орехов, орехи есть даже в небольшом количестве семена, то проблемы получить белок нет. А вот избыток белка – это проблема. С другой стороны, есть исследования, которые продемонстрировали, что дефицит белка не менее опасен для наших костей, потому что когда человек недополучает белка, например, некоторые люди становятся вегетарианцами и начинают есть на завтрак, обед и ужин одну овсянку. И у них овсянка – это единственное любимое блюдо, и они говорят: «Я пришел на здоровое питание». Это не здоровое питание. Наше здоровое питание должно быть разнообразным и полноценным. Да? И человек должен получать белок. Дефицит белка тоже ведет к только другим механизмам. Там задействуется гормон, парагормон, паращитовидной железы, который ускоряет тоже выведение кальция из кости тогда. Итак, давайте дадим рекомендации, советы и подведем итог. Что делать, чтобы защитить себя от остеопороза, или если он уже возник, справиться с ним? Выполняйте регулярно силовые упражнения. Если у вас остеопороз, будьте осторожны, чтобы не передозировать силу. Да? Ваши кости слабые. Занимайтесь гимнастикой, чтобы повысить тонус мышц. Укрепляйте их, избегайте мышечной атрофии, дальнейшей потери минералов из кости. Нормализуйте употребление белков. Избегайте употребления похитителей кальция, которые мы перечислили. Избегайте переутомления и переохлаждения. Они тоже не очень хорошо сказываются на метаболизме кости. Больные должны спать на твердой постели, чтобы поддерживать позвоночник. Ну, мы говорили с вами за матрас, да? Какой должен быть матрас? Помните? Матрас должен повторять контуры вашего тела, а не ваше тело контуры вашего матраса. Да? Употребляйте растительную пищу, богатую кальцием. Где можно взять кальций? Замечательным источником кальция является вся зелень. Откуда животные, откуда корова берет кальций? Из травы. Нам траву не надо есть, но зелень, вот зеленые листовые овощи, петрушка, укроп, кинза и прочие остальные, капуста вся зеленая и так далее, ботва, другая ботва, там, не знаю, свеклы, ну, то есть все, что зеленого цвета, там везде будет много кальция. Все сухофрукты, особенно и в инжире, и в кураге, и в финиках много. В цитрусовых много, в бобовых много. Одним из рекордсменов является соя и соевые продукты, изделия из них. Вот здесь покажу тоже. Особенно, но самым большим рекордсменом является кунжут.
кунжут только надо молоть. Или очень долго тщательно пережевывать. В непережеванном виде, не перемолотом, он тогда не просто транзитом проходит, не переваривается почти. Вот. Это замечательная вещь, особенно мы рекомендуем всегда. Можно перемалывать, добавлять немножко ванилинчика и делать кунжутное молоко. Вот, и с удовольствием пить его, особенно беременным, советую, кто грудью кормит. Вы никогда не потеряете свои зубы, кости, и ваш ребенок будет. Одна женщина рассказывала нам свой опыт, когда у нее были серьезные проблемы в этом смысле. И она стала просто каждый день, но она очень много его ела, 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 ела. Вот. Так что, что? Очень долго жевала. Очень долго пережевывала его старательно. Вот. И потом даже в каком-то момент, когда ей делали исследование, врач увидел, что даже там кальций где-то плаценте. В плаценте начал откладываться, стал даже переживать. Но ну, нет, ничего подобного. Беременность прошла прекрасно, роды прошли прекрасно. И она говорит, все приходили смотреть на зубы моего ребенка, потому что никто не верил, что такие зубы могут быть у ребенка. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим. Мы обычно рекомендуем брать смесь льняного семени с кунжутом, и вы получаете плюс омега-3 жирные кислоты, и это каждый день на вашем столе может быть. Не поднимайте больших тяжестей в одиночку, помните, это один из факторов, разрушающих ваши кости. Избегайте употребления эстрогенов, это женщин касается. Сделайте свое окружение надежным, чтобы избегать травм, падений. Кстати, хорошее состояние мышц – это один из важнейших способов профилактики травм и падений. Потому что именно плохие мышцы служат, почему вы спотыкаетесь, потому что удержать равновесие и падаете. Солнечный свет. Мы не можем не упомянуть про витамин D. Его очень важно получать. Достаточно получать в летнее время. И очень важно каждый день в зимнее время, скажем, осенний, зимний, весенний, этот период, когда короткий световой день. Нужно каждый день бывать на улице хотя бы 10-15 минут, чтобы ваше лицо, кисти рук были открыты под действием солнечного света, чтобы вы получали этот ультрафиолет, и витамин D создавался. Вот. Но есть проблемы, иногда в наших широтах много пасмурных дней, и может его не хватать, тогда его нужно получать дополнительно. Вот. Вы уже с вашим врачом это решаете, каким образом это делать, но установлено сегодня, что в некоторых продуктах есть вещества, из которых организм получает этот витамин D. И в частности это семена подсолнуха. Поэтому есть научная работа, продемонстрирующая это. Поэтому мы рекомендуем, чтобы в зимнее время вы употребляли много вот этих семечек. Паштеты можно сделать и так далее. Только не подсолнечное масло, а именно семечки подсолнуха. И заботьтесь, чтобы было много свежих овощей и фруктов, где содержится витамин С, потому что он нужен для синтеза коллагена. Без него тоже не будет ни крепких связок мышц кости и хрящей. Дисков и не будет хороших костей. Да. Ну что, сегодня уже как бы скоро уже и конец, поэтому сегодня вы мне уже подсказываете упражнение. Договорились? Стали ровненько, только сначала всегда себя выпрямляем, подтяните свои животики, чтобы поясничка стабилизировалась. Ну и с чего начинаем уже подсказывать? Руки. Да, я смотрю, что очень многие уже запомнили, да? Ну а что-то новенькое я вам подскажу, если придумаем. А если нет, то хотя бы запомним то, что есть. Корону на голову одели. Дальше. Моем. Моем ручку. Моем. Так, я так буду смотреть на зал, кто новенькая. Пока что я за ними. Что вы хотели? Между пальчиками растираем. Сейчас буду подглядывать за вами. Что еще? Замок потом. Замочек. Здесь горячо. Растираем замочек. Шуршит. Горячая-горячая ладошечка должна получиться. Хорошо, дальше. Восьмерочку. Восьмерочку, легко. Ладошки должны быть прижаты на восьмерочке друг к другу. Угу. Хорошо, дальше. Лома. Отлично. Другую сторону волна. О, захрустели. Главное, что не загрустили. Хорошо, стряхиваем руки. Дальше. Еще немножко на кисти. Что с кистью? Вниз и вот так. Пальчики сжимаем. Да, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте так. Один раз мы поднимаем с акцентом на захват. То есть кулачок сжимаем. Раз, два,
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это у всех хорошо получается. Теперь отдаем. Раз, два, выбрасываем пальчики. Пять, шесть, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Труднее. Все равно хватаем себе, да? Лучше стороны круговые движения. Раз, два, три, четыре. Другую. Шесть, семь, восемь. Включаем работу только суставчик, мышцезапястный. Раз, два, три, четыре. Встряхнули. Следующий сустав какой у нас? Локтевой, да. Ручки держим на уровне плеча и кружочки рисуем. Раз, два. Мы подтянули животик, чтобы спинка не выгибалась. Голова ровненькая. Семь, восемь. Другую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Будет очень грустное упражнение. Такие грустные лица вас, наверное, замучились на работе. Дальше плечики. Ну, какое упражнение, Дим? Круговые движения. Раз. Сначала расшевеливаем. Два. Три. Четыре. Назад. Старайтесь локти соединить. Спереди и сзади. Два. Три. Четыре. Вперед. Большое движение. Большая амплитуда. Два. Три. Четыре назад. Раз. Два. Стараемся. Три. Четыре. Встряхнули руки. Хорошо. Крылышки помните? С дыханием вдох. Проверяем периодически, дышите вы или нет. Да? Подожмите себе еще крылышками на ребрышки. На выдохе вдох. И выжимаем воздух. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. Хорошо. Немножко потянем с вами еще руки. Наверное, я вам не показывала. На ладошки поставили. Держим на уровне плеча. И вытягиваем ручку одну, вторую, без поворота туловища. Выдох. Ровненько вдох. Ох, я слышу вас, выдох. Дышим хорошенечко. Выдох такой. Без поворота туловища. Вот, теперь лучше. Слышу дыхание. Хорошо. Нужно дышать хорошо, чтобы меня тут даже шатало от вашего выдоха. Плечики работают. Не смотрят на себя, но не дышатся. Улыбаются. Хорошо, опустили. Теперь держим так же. Выглядываем в окошко. Раз. И два. Сейчас мы с вами просто вдох-дыху. И выдох. Глядите, чтобы голова в окошко не проваливалась. Хорошо? Держим. Растягиваем грудные мышцы. Дышим. Вдох носиком. Живот подтянут, чтобы не переразгибаться. Еще раз вдох. И выдох. Хорошо, теперь ручки за голову, кто может, туда попружинили немножко, попружинили. Улыбайтесь только, это не очень тяжело, но бывает кому-то и больно. Кто там зашел, тот еще и подвигал вправо-влево, живот сильно напряжен, подтянули. Не качайтесь всем телом, именно руки сзади. Угу. Мы уже учим их, чтобы все-таки они когда-нибудь встретились, да, сзади. Хорошо, вот теперь дайте мне нагрузку на надплечье. Так. Да, кто его знает, правда? Не знаю, да, правильное упражнение на надплечье. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Теперь давайте не будем их бросать. Три, четыре. Шея ровненько. Три, четыре. Раз, два. Два сразу работает плеча. До самых ушей. Четыре. Раз, два. А теперь подняли. Раз. Держим. Два. Выше. Держим. Три. Дыхание не задерживает. Четыре. Еще держим. Пять. Чувствуете мышцы? Шесть. Еще выше. Семь. Нет. И расслабились. Восемь. Хорошо. Есть мышцы? Есть. Есть. Круговое движение. Раз. Два. Ручки расслабили. Четыре. Пять. Голову. Шесть. Семь. Восемь. Встряхнули руки. Теперь мы прогибаемся. Плечики назад отводим. Вдох. А теперь вперед. Ручки закручиваем. Подбородок на грудь. Вдох. Прогибаемся, лопатки соединяем, вдох. И выдох. Если легко там похрустывает, не бойтесь. Вдох. Голова, голова, голова. На вдохе вперед. На выдохе вниз. Смотрим вперед, вдох. Раскрываем грудную клетку. И выдох. Замечательно. Шея. Вспоминаем, да? Да. Вниз опускаем подбородочек на грудь. Раз. Два. Поднимаем вверх, подбородочком тянемся. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три.
Дальше. Движение. Ушко. Правильно, ушко на плечико. Наклоним. Право. Раз. Два. Медленно переходим. Три. Четыре. Еще раз. Три. Четыре. И раз. Два. Три. Четыре. Вы когда ушком тянетесь, не тянетесь носом. Нос, конечно, любопытный, но ушки надо послушать. Хорошо. Теперь подглядываем. Раз. Два. Другую. Три. Четыре. Раз. Дышать можно. Два. Три. Четыре. Следим за подбородком, чтобы не было вот такого движения, да? Четко поворотик. Хорошо. Теперь опустили вниз. Прижали подбородок к груди. Кто не может, просто опустите. И на раз-два на правое плечо едем. Раз. Два. Вниз. Три. Четыре. В другую сторону. Раз. Два. Подбородочком стараемся. Четыре. Хорошо. Сегодня с вами разучим упражнение для стабилизации шейного отдела, для укрепления мышц. Пальчики в замочек, на лоб. Развели локтики. И вы должны проследить, чтобы голова была ровной. Не вот так, не вот так, да? Выровняли голову. Теперь мы делаем вдох. Задерживаем дыхание и жмем лобом на ручки. Раз, два, три. И опускаем руки. Четыре. У вас нет движения, у вас только сопротивление. Вы чувствуете мышцы шеи. Попробуем еще раз. Еще раз. Руки на лоб. Мы делаем вдох, задерживаем дыхание и считаем. Раз, два, три. Опускаем выдох. Четыре. Вы здесь делаете задержку, мышцы напрягаются и укрепляются. Да? Теперь руки на затылок. Тоже голову выровняли красивенько. Делаете вдох. Давим затылком на ладошки. Раз, два, три. Отпустили. Выдох. Четыре. Вы чувствуете работу мышц или нет? Да. Да, поняли, что вы давите. Голова против рук работает. Еще раз. Вдох. Давим. Раз, два, три. И выдох. Четыре. Если у кого-то резко кружится голова, значит, вам надо начинать по секундочке и не так быстро, да? И не так сильно жать головой на руки. Теперь в бок. Ровненькая шея. Руку поставили упор, вторую на пояс. Делаем вдох и давим на руку без наклона. Вдох. Раз, два, три, четыре. И без поворота. Ставьте ручку на ушко. Вдох. Без поворота. Раз, два, три. Расслабились. Четыре. После этих упражнений надо себя погладить и пожалеть. Обязательно снять напряжение. Вы отнеситесь к этому как к указанию серьезному. Хорошо, вы очень серьезные. Делаем с вами упражнение на внимание, на ладошечку. Руки поставили сюда, на плечики, пошли. Раз, плечо, два, плечо, три, вверх, четыре, вверх, пять, плечо, шесть, плечо, семь, восемь. Поняли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Догоняйте, не запутайтесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Полетели, догоняем. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, все смешно и больше ничего делать не хочется. Старайтесь. Хорошо, ручки вниз опустили, ножки чуть пошире, легкие наклоны делаем в стороны. Раз, одна ручка под ножку, другая до колена, не ниже. Два. Делаем вдох и на выдохе наклон. Три. Растягиваемся. Четыре. Вперед нельзя, только в сторону. Раз. Два. Хоть как будете, дышите. Три, выдох, четыре, животик подтянут, раз, и два, и три, четыре, руки на пояс, тазом, небольшие легкие движения, поясницу не перенапрягайте, голова на месте, дайте почувствовать расслабление в другую сторону. Хорошо, ладно, сложное мне упражнение подсказывать, что я вас уже... Хорошо. Сейчас немножко ножки разомнем, ноги пошире. Да, перекаты, помните, для ножек упражнения, очень многие за них забывают. Вы выйдете чуть в коридор, очень туда проходите, вам будет где делать спинку ровненько. На голове у нас корона и стакан с водой, кому что больше нравится, кому тяжелее, легко, вот, ручки за голову, локтик развели. Угу. И
здесь все зависит от того, насколько вы глубоко и широко и делаете пенька. Хорошо. Не дышите, не дышите. Не дышите. А же все не дышите. Хорошо, ножки вместе, ручки на коленках. Я-то его тут слышу, но когда вы разговариваете, вы тоже не дышите, да? Дышите, дышите. Главное, чтобы упражнения доставляли вам удовольствие. Поэтому смеяться можно. Другую сторону. Хорошо. Встряхнули. Ножки встряхнули. Ну что, упражнение на Алексея. Взяли правую ручку на носик. За носик себя. А левой ручкой взяли себя за правое ухо. Все, запомнили? Так, теперь хлопок и меняем руки. О, боже. Теперь левая задержится за носом, правая за левой хлопочек. И пошли. Где мозг, где руки, где мозг, где ухо? Говорят, что спортсмены — это люди не очень развитые. О, как! Смотрите, простое упражнение. А теперь на носочек, на пяточке заканчиваем. Тренируйтесь дома, посмотрите, вам жить захочется. Веселее всегда будет, спина не болит. Бегать можете долго и много по городу, не устаете. Вот так. У вас уже у всех получается, кто на зарядку приходит, я вижу, что вы все веселее и веселее, потому что получается. Руки вверх, вдох. И длинный выдох. Еще раз вдох. И выдох. И последний раз вдох. Вот теперь можно присесть. Спасибо. Итак, я хочу показать вам сегодня, что есть выход из проблемы атеросклероза. Вы помните, атеросклероз — это заболевание, когда на сосудах откладывается жир, холестерин. А точнее, он откладывается... Вот видите тоненький слой, вот толщиной в одну клеточку, называется эндотелий. Это внутренняя выстилка сосуда, а это мышечные клетки. И вот это пространство между эндотелием и мышечными клетками называется интима. То есть внутреннее пространство, куда ничего лишнего не должно попадать. Вот. Но по определенным причинам там начинает откладываться холестерин, жир, туда начинает приходить клетки, которые это пытаются поедать, но они там остаются и накапливаются. И постепенно формируется бляшка, которая перекрывает просвет сосуда. Он сужается, и кровь перестает поступать в тот или иной орган. Помните, мы говорили, мы полностью зависим от кровоснабжения. Жизнь тела в крови. Да? Помните, мы говорили о том, как кровоснабжается позвоночник, и мы выяснили, что мы познакомились с научной работой, и не одной даже, которая продемонстрировала, что есть очень четкая взаимосвязь между атеросклерозом артерий, кровоснабжающих наш позвоночник, и дегенеративными дистрофическими процессами. И в межпозвонковых дисках, и в костях, и в мышцах, и в связках, то есть во всех структурах, которые они кровоснабжают. Но хорошая новость заключается в том, что если человек примет решение изменить свой образ жизни и сделать несколько очень конкретных вещей в своей жизни, которые могут дать результат, то тогда через несколько лет бляшки в его сосудах начнут уменьшаться и постепенно могут разобраться вообще. И человек может даже в пожилом возрасте вернуть себе сосуды, такие как у младенца. Это возможно. Сегодня это известно. Сегодня это научно доказано и продемонстрировано. И я расскажу вам сегодня не о теориях, не о предположениях, а я расскажу вам о единственном существующем на сегодняшний день научно обоснованном методе очищения артерий. До другого и не существует метода, и не будет существовать. Вы должны понять прежде всего, что холестерин, он сам по себе не является вашим врагом, потому что это полезное вещество, которое создает сам наш организм. Он создается в нашей печени. И проблема заключается в том, когда холестерин начинает поступать извне, но даже тогда печень может решать эту проблему, она просто начинает меньше создавать своего холестерина. Но если он начинает поступать в очень больших количествах, тогда у организма возникает вопрос, куда же его деть.
Но еще большая проблема заключается в том, что холестерин, который приходит из пищи, он успевает окислиться. Так, и вот этот самый окисленный холестерин, это является сильнейшим ядом, который разрушает наши, повреждает эндотелий, вызывает микроповреждения, микрожоги, которые затем туда он проникает и накапливается там. То есть проблема в этом. Есть, поэтому даже ученые придумали такие лекарства, которые снижают уровень холестерина в крови людей. Но я хочу вас предостеречь по поводу того, что их не так-то безопасно употреблять, и уж тем более нельзя бесконтрольно употреблять. На самом деле есть очень мало случаев, когда они на самом деле нужны. Самый распространенный из препаратов, которые сегодня используют, это статины. Они просто блокируют образование собственного холестерина в организме. То есть организм теряет способность создавать холестерин. Вот. Ну и, соответственно, естественно, его уровень в крови будет снижаться. И это делается вроде бы с целью, чтобы начали разбираться бляшки, чтобы забрать собственный холестерин. Но проблема заключается в том, что холестерин в нашем организме синтезируется для целого ряда очень важных функций. Огромное количество функций, которые он выполняет. И есть очень большие проблемы, когда принимают эти препараты. Могут возникнуть проблемы. Холестерин, ну здесь немножко сложновато может быть, но вам это не надо запоминать, просто чтобы вы поняли. Вот холестерин создается из глюкозы или жирных кислот, которые мы съели с пищей. Вся ваша лишняя глюкоза и жирные кислоты, вот, они превращаются в жир и в холестерин. И вот эти статины, они блокируют процесс образования вот этого промежуточного вещества миоволновой кислоты. Не создается она, значит, не создается холестерин. Но дело в том, что, во-первых, сам по себе холестерин нужен нашему организму. Например, выходит в структуру клеток, в структуру мембран клеток. И без холестерина, если, например, нервные клетки не могут его создавать, или печень его мало создает, нервные клетки начинают разрушаться. И человек начинает просто терять свою память. Просто терять память. Это одно из распространенных побочных действий вот этих препаратов и дефицита холестерина. Еще одна проблема в том, что из миоволновой кислоты создается коэнзим Q10. Слышали, может быть, его чат рекламировали, там для кожи еще. На самом деле он находится внутри наших митохондрий, и он участвует в образовании электричества в нашем организме. Он очень нужен, и он защищает нас еще от свободных радикалов, но без него электричество не может создаваться. Если блокируется этот путь, то не создается этот коэнзим Q10. И мышцы начинают терять силу, потому что в мышцах не вырабатывается энергия. И сердце — это тоже мышца. И сердце начинает терять силу. Получается, мы вроде лечим сердечно-сосудистые заболевания, а на самом деле мы бьем по тому, что должно нас спасать, что должно нас защищать. Вот. Есть еще одна серьезная проблема. Другое вещество, которое создается из миоволновой кислоты, далихол, он необходим для того, чтобы правильно синтезировать белки из генов, которые внутри. Там более сотни разных белков зависят от этого вещества. Поэтому самые непредсказуемые эффекты не могут вызвать на клетку. Поэтому я не рекомендую принимать эти препараты, кроме тех случаев, когда они действительно нужны, чтобы... Ну, это обычно люди, которые... уже которым показана операция, и у которых очень серьезное состояние, и велика риск и угроза инфаркта или инсульта, и тогда они назначаются для того, чтобы быстро создать этот дефицит холестерина, но не для кризисного употребления, уже это точно. Вот. Как бы есть большие проблемы с этими препаратами. Поэтому просто я это рассказываю для чего, чтобы вы поняли, что не задача любой ценой снизить холестерин. Потому что в организме есть естественные механизмы, как избавиться от лишнего холестерина. Это нужно для того, чтобы бляшки начали разбираться, чтобы этот весь холестерин оттуда забрать. Да? Нужно создать в крови некоторый дефицит холестерина. Но организм сам может это сделать. При этом естественный способ не мешает холестерину создаваться, если он вдруг будет необходим в тех или иных клетках. То есть он безопасен.
И Бог создал этот механизм. Он находится в нашей печени. Там есть специальный ген, который создает специальный белок, из которого образуются липопротеины высокой плотности. Они забирают, они в крови находятся, они забирают холестерин из бляшек и транспортируют его в печень. И дальше печень его утилизирует. Избавляется от него. Поэтому этот механизм может работать. И печень может выводить холестерин через желудочно-кишечный тракт вместе с желчью. И мы таким образом от лишнего холестерина можем достаточно быстро и легко избавляться. Далее. Холестерин используется для синтеза витамина D в коже. Из него он создается. Вот. Поэтому солнечный свет, кстати, поэтому и мы рекомендуем людям, у кого повышенное давление, регулярно принимать солнечные ванны, потому что очень много холестерина утилизируется просто таким образом. Вот, то есть Бог об этом позаботился, в этом мудрость Божья. Вы должны знать, что, к сожалению, операции, которые совершаются сегодня, они способны спасти жизнь в экстренной ситуации, но они не способны очистить все ваши сосуды. Хирурги могут одну какую-то артерию расширить там, или заменить, шунт сделать, или несколько, но они не могут по всему вашему организму все почистить. Это же просто фантастика, это нереально. Да вы просто от этого одного мусора, от этой чистки просто умрете. То есть это невыполнимо, это неосуществимо. Но есть естественный способ, как это можно сделать. Итак, давайте назовем пункты программы. Первый пункт. Если вы курите, нужно прекратить курить, нужно прекратить употреблять любые другие отравляющие токсические вещества, которые мы перечисляли и которые еще не перечисляли. Вот посмотрите, что делает курение. Вот это аорта. Это главная артерия. Вот так вот разрезана вдоль, и мы видим изнутри, вид изнутри. Видите вот эти позвоночные артерии, которые отходят, да? И вот это тоже аорта. Но есть разница, правда? Оба человека погибли в аварии. Они приблизительно одного возраста. То есть 2, 3, 4. Ну вы догадываетесь, кто из них курил. Чего? И такая артерия, я всегда рассказывал, вот, когда в руки берешь, она такая хлипенькая, чуть ли не как сопля в руках. То есть это очень серьезная проблема, это очень серьезный яд. По поводу алкоголя, вам говорят, чистите сосуды алкоголем. Красного вина немножко это полезно. Слышали такие байки? Да? Я не боюсь говорить, что это байки, потому что существуют некоторые неоднозначные исследования, которые вроде бы показывают какую-то пользу употребления красного вина. Я думаю, что время расставить все на свои места, и когда-то наука поймет, там, в чем проблема и чего не досмотрели в этих экспериментах. Но нам сегодня точно известно, что этиловый спирт – это протоплазматический яд. Он способен в течение считанных секунд убить все микроорганизмы на поверхности вашей кожи, перед тем, как доктор берет у вас анализ из пальца. То же самое он делает со всеми вашими клетками. Он просто растворяет мембраны всех ваших клеток, когда попадает внутрь. Он просто убивает вас. Все, с чем он соприкасается, каждую живую клетку. Поэтому он не должен попадать в кровь никаким образом, внутрь нашего организма вообще. То, что каким-то образом туда попадает, организм сразу же пытается от этого избавиться, нейтрализовать, утилизировать и убрать. И эти механизмы, они есть, слава Богу, в нашем организме. И очень важно знать, что так как он же спирт на жирорастворитель, да, спиртом протирают, например, чтобы обезжирили что-то, он способен растворять в крупных сосудах бляшки. Но в то же время он вызывает склейку эритроцитов. Они склеиваются в такие микротромбы, грозди такие, которые забивают все ваши мелкие капилляры. Это причина, почему у людей, регулярно употребляющих алкоголь, все капилляры находятся практически в разрушенном состоянии. Это очень хорошо видно по их носу, по лицу. И то же самое во всем организме. В каждом органе внутри происходит. Постоянно с каждой вот этой новогодней или праздничной рюмочкой шампанского там или еще чего. Вот. Поэтому вы должны знать, что если кто-то вам скажет, что врачи рекомендуют и так далее, запомните раз и навсегда и всем расскажите. Всемирная организация здравоохранения, а также широкие круги профессиональных, подчеркну это слово, медиков-исследователей, не рекомендуют употреблять алкоголь в каком бы то ни было количестве, в качестве средства, укрепляющего здоровье. Ни в каком количестве оно не является средством, укрепляющим здоровье. Забудьте это. Второй пункт в программе очищения сосудов
это контроль над стрессом. Мы говорили, что он также важен для восстановления нашего позвоночника, поэтому этой теме посвятим завтрашний день. Эту проблему обязательно нужно решить, без нее никак. Есть даже специальный семинар, мы проводим здесь, как-то проводили, как контролировать стресс. И если у вас необходимость есть, то обязательно пройдите такой семинар. Третий пункт. Регулярные аэробные физические упражнения. Что такое аэробные упражнения? Это упражнения, которые вы делаете на свежем воздухе, аэробные, то есть с доступом кислорода. Делаете, задействовав крупные группы мышц. То есть это упражнения ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде. Делаете в определенном ритме. То есть это не просто так прогулочка, а с определенной тренировочной скоростью. Да? И делайте определенное время, не меньше 15 минут. Да? Тогда они начинают давать результат. Вот в этом темпе. Да? Это называется аэробные упражнения. Вы можете выбрать, какие вам нравятся, какие позволяют нюансы здоровья вашего позвоночника, все ваши диагнозы, проконсультируйтесь с доктором на эту тему. Вот. Но помните, что эти упражнения помогают, помимо прочего, создавать вам капилляры, и они помогают усиливать, укреплять сеть вот этих обходных кровеносных сосудов. И даже если где-то есть место, где есть бляшка, то дополнительные сосуды, они очень быстро сформируются, и ваше сердце будет получать кровь. И даже на собственном, к сожалению, горьком таком опыте мы узнали, что человек может жить, даже когда у него из трех коронарных артерий, которые кровоснабжают сердце, две могут быть на 100% закрыты, третья на 90% закрыты, еще человек может жить при этом. Когда он получает 3% от зарплаты всего лишь на протяжении многих и многих месяцев. Да? Сердце может работать. То есть компенсаторные возможности вот этих коллатералей просто колоссальны в обход этого. И это вам дают тренировки. Тренировки – это способ быстро получить. Поэтому нам с вами нужно разработать индивидуальную программу физических упражнений. И мы сейчас это сделаем. Достаньте ваши карточки. Я говорил, что они вам нужны. Достаньте ваши карточки. Так. И мы сейчас с вами это сделаем. Первое, что вы должны сделать, особенно если вам 40 лет и старше, проконсультироваться с врачом, есть ли каких-то противопоказаний. Чтобы доктор сказал, что вам можно, что вам нельзя делать из упражнений. Вы услышали, да? Давайте мы не будем сейчас переговариваться. Я очень прошу вас. У нас идет видеозапись, но я, тем не менее, вот отвлекаюсь и прошу вас. Потому что вы мешаете друг другу, когда вы начинаете разговаривать. Первое, что вы должны сделать, это проконсультироваться с врачом, можно ли вам выполнять те или иные упражнения. Второе. Вы должны измерить свой пульс в покое. Вы уже это делали на гимнастике, да? Кто еще не научился и не знает, как это делать, это делается очень просто. Вот ваша рука, и там, где большой палец, здесь вот в этом месте идет канавочка, и в этом месте проходит артерия. Если вы поставите сюда пальчики второй руки, да, то вы нащупаете, что там идет пульсация. Поэтому вы должны подсчитать свой пульс. Он обычно считается в ударах за минуту. И у обычного, ну если у вас вообще не получается нащупать пульс там, то можно здесь вот на сонной артерии нащупать, да? Норма для взрослого человека 60-80 ударов в минуту. Это норма. В разном возрасте немножко отличаются эти цифры, у детей это больше, чем старше возраст ребенка, тем выше. И также у пожилых людей допускается небольшое увеличение на 9 пунктов от нормы выше, но не более того. Итак, вы измерили свой пульс. Если не успели сделать это, то сделайте это дома. Следующее, что вы должны сделать? Следующее. Вы должны выбрать для себя тип физических упражнений. Ну, например, у нас у человека остеохондроз второй степени. Да? Что мы посоветуем? Велосипед будем советовать? Нет. Нет, не будем советовать. Почему? Ну а почему? А что происходит на велосипеде? Что с позвоночником происходит, когда вы на велосипеде едете? Да ладно, вибрирует. Статическая нагрузка идет на протяжении всего времени. Вы сидите, по сути, на сиденье.
только ноги крутятся. Поэтому мы не рекомендуем. Да, бег, баскетбол, нет, да? Безопасно для человека будет ходьба и плавание, да? Следующее. Вы должны выбрать, назначить время, когда вы будете заниматься. Вы обязательно должны это сделать. То есть, например, человек решает, я буду заниматься каждый понедельник, среду и пятницу, например, с 17 до 18 часов вечера. Буду заниматься. Будет у меня час быстрой ходьбы. Да? Вы должны выбрать продолжительность. Не начинайте сразу с большого времени. Не начинайте. Начните с немного. Если вы 5 минут можете, пусть это будет 5 минут. 7 минут, 7, 10 и так далее. Начиная с 15 минут, вы уже начнете получать эффект тренировочных. Да? Вот. Постепенно, когда вы каждый день будете заниматься, то у вас до часа может быть. Больше, чем 60 минут, тоже не нужно. Потому что выяснено, что большего пользы для здоровья вы не получите, а износ суставов будет больше и так далее. Поэтому 60 минут – это достаточно. Но мы говорим не о простой ходьбе, вы помните, мы говорим об аэробной тренировке. То есть у нас идет в быстром темпе ходьба. Поэтому следующее, что нам нужно сделать, нужно определить темп. И мы сделаем это так. У вас всех в листочках есть, найдите на обороте вот такое место. Вы должны определить идеальную частоту пульса. Вы берете и 220, вы считаете свой возраст. Да, все делаете это сейчас. 220 минус возраст. Минус возраст. И у вас получится цифра. Например, если вам 45 лет, 220 минус 45, сколько будет? 175. Затем вы берете вот эту цифру, этот коэффициент, умножаете на 0,65, на 0,65. Калькуляторы, телефоны, посчитать. Если кто-то не может сейчас сделать, вы дома это сделаете, вы просто сейчас внимательно смотрите, как мы делаем. 175 умножить на 0,65 получится 114. И затем вы берете и 175, но умножаете теперь на 0,75. В данном случае у нас получится 139. Итак, для 45-летнего человека мы получили две цифры, 114 и 131. Это и есть тот самый диапазон пульса, который должен быть во время тренировки, во время выполнения упражнений. То есть если... А поэтому мы обычно считаем пульс не минуту, а считаем 10 секунд и умножаем на 6. Потому что если вы остановитесь, начнете считать минуту, то пока вы досчитаете до конца минуты, у вас уже пульс уменьшится, потому что вы же уже не тренируетесь, и частота сердечных сокращений начинает уменьшаться. Поэтому, чтобы было точно, считайте за 10 секунд и умножайте на 6. Итак, для 45-летнего человека нужно, чтобы в то время, когда он идет, частота пульса была не меньше, чем 114, потому что в противном случае это не тренировка, это просто прогулка. И не больше, чем 131, потому что если будет больше, то это уже опасно, и можно заработать инфаркт или еще какие-нибудь проблемы, да? Поэтому не надо, вот этот диапазон должен быть, да? Не больше и не меньше. Ну, еще один пример давайте возьму, например, 60-летнего, давайте посчитаем. 220 минус 60, 160, 160 умножить на 0,65. Так быстро умножим. 104 будет, видите, уже поменьше, да? 160 умножить на 0,75 – 120. Поэтому для 60-летнего этот диапазон будет от 104 до 120 ударов в минуту. Кто не понял сейчас то, что я рассказал? Понятно. Все поняли, да? Вы должны для себя посчитать и во время тренировки следить, чтобы ваш пульс не уходил ни в одну, ни в другую сторону. И вы заметите, что когда каждый день вы будете заниматься, спустя какое-то время, уже при той же нагрузке у вас пульс будет становиться все меньше, и меньше, и меньше. Почему? Потому что организм тренируется, организм привыкает, здоровье улучшается. И тогда вы должны уже больше темп сделать, да? И постепенно нагрузка у вас будет больше, и больше, и больше становится. Но помните, всегда пульс должен быть вот в этом диапазоне. Сколько времени заниматься? Еще раз повторю. Значит, для того, чтобы получить эффект, хороший эффект,
нужно заниматься или 6 дней в неделю по полчаса, или 3 дня в неделю по часу. Вот это то количество, которое достаточно, и это хорошее, полноценное количество, чтобы получить все преимущества и пользу от аэробных тренировок. Но начинайте с малого, помните, и постепенно, по чуть-чуть доходите. Сами выбирайте для себя удобный режим, график и так далее. Я думаю, что это понятно. Ну и четвертый пункт, самый замечательный пункт, и это секретик, без которого эффект не будет, все равно эффекта не будет. Ну, конечно, будет получше ваше здоровье, но атеросклероз будет все равно продолжать прогрессировать, если этого пункта не будет. Оказалось, что наше питание самым непосредственным образом влияет на состояние сосудов. И врачи проводили эксперименты, где они смогли доказать, что когда кормишь даже животных разной жирной пищей, то тогда очень быстро формируются бляшки. Но когда их начинали кормить рационом, состоящим из свежих овощей и фруктов, только овощи и фрукты, одни были, там очень много пектина, растворимая клетчатка. И очень быстро удалось получить результат, и за 24 месяца сосуды полностью восстанавливались. Смогли задокументировать, что идет процесс, идет обратный процесс. Это хорошая новость. Это значит, что все бляшки в ваших артериях можно разобрать. Но для этого нужно, чтобы перестал поступать извне холестерин и животный белок. То есть единственный рацион питания, который дает этот эффект, это рацион, состоящий из продуктов растительного происхождения. Это зерновые, только не рафинированные, да? Мука грубого помола, с отрубями, не белый рис, а бурый рис и так далее, да? То есть хорошие, полезные зерновые. Бобовые, овощи, фрукты, ну и совсем-совсем скромное количество семян и репы. И никакого количества продуктов животного происхождения. При таком рационе питания, когда пациентам брали пациентов кардиологических, которым нужна была операция, без операции они бы в самое ближайшее время умерли, и сравнивали их с контрольной группой, которые, ну, делают, что обычно кардиологи рекомендуют, ну там, ну, ешьте мясо, но курочку там, кожуру снимайте, ну, такой вот. Выбирайте нежирную сметану, молоко нежирное и так далее. Вы должны знать, что в самой нежирной сметане, молоке, возьмем молоко, какой там процент жирности молока обычно появляется? 1,5%? 1,5 или 2? Там получается по калорийности 37% жира. Вот это безжирно. Это вы услышали? Ну, а вообще, значит, да. То есть не существует обезжиренных продуктов животного происхождения. Это просто невозможно, это их структура. И когда им дали такой рацион питания, ну, конечно, их сначала научили, им предложили пройти кулинарные курсы, научиться это все готовить. Очень боялись, что людям это не понравится, что они не захотят что-то менять в своей жизни. Ну, вы должны знать, что вот таким образом питаются на нашей земле 6 миллиардов человек. Вот таким образом. А остальные 2 миллиарда, которые еще к этому едят мясо, молоко, яйца и все остальное, они страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Массово. То есть там это как эпидемия. То есть это не экстремальный рацион питания. Это рацион питания, который так питаются большая часть живущих на земле людей. И прекрасно себя чувствует. Вот. И только так, и когда это сделали, когда им предложили это, то тогда, спустя, через несколько недель уже, практически у всех тяжелые симптомы их заболеваний ушли. И через 5 лет, 99% этих людей стали абсолютно здоровы. У них сняли все диагнозы и написали: да, Вов,
потому что сосуды очистились. Не осталось ни стенокардии, ничего не осталось. 99%, вы услышите эту цифру. То есть практически все. Это учитывая, что они к операции уже только были. Это учитывая, что брали людей, которые уже без операции вообще ничего не поможет, практически смертники. Ну, те, которые уже должны были бы умереть, если их не прооперируют. А когда их прооперируют, по статистике, большинство из них через год снова понадобится операция. Потому что процесс продолжает идти. Вот. Поэтому я вам говорю, как есть. Знаете, некоторые боятся и говорят, вы людей не говорите людям это, потому что люди испугаются, и это непривычно как-то для нас. Но я, как врач, не могу скрывать от вас это. Потому что если бы вам это не рассказал, то я был бы виноват перед вами. Потому что это единственный способ, который мы знаем сегодня. Но это не просто, это эффективный способ. Он дает результат. Надежный, самый надежный из всех известных способов, возможных вообще. Вот. Абсолютно безопасный, полноценный. И таким образом можно питаться всю жизнь, иметь замечательные чистые артерии. Вот, вот посмотрите, что происходило с их артериями, чтобы вы убедились. Это снимок, вот здесь контрастное вещество внутрь сосуда вводится, ангиография называется. И видите, какая здесь тоненькая ниточка, видите? Это настолько бляшками, она такая же, артерия здесь такая же, но все остальное бляшками закрыто, тоненькая струечка. А вот после программы, вы видите, что стало с этой артерией. Это одного и того же человека фотография. Я специально вам показываю, чтобы вы поняли, что это не сказки, а что это абсолютно реально происходит. 100%. И без решения проблемы атеросклероза, помните, мы не можем вылечить наш позвоночник, потому что просто кровь не будет поступать. Итак, мы обозначили, что такое рацион питания, то есть вы полностью исключаете все продукты животного происхождения, да? Сводите к минимуму употребление растительных масел, как можно меньше, убираете все гидрогенизированные жиры, маргарины и все прочее, никаких батонов, всего остального, где-то маргарин добавляет, ничего подобного, все это выбрасываете из своего питания. Да, потому что это все очень, это просто не даст вам результата. Но в таком случае вы должны помнить одну вещь, витамин В12. И вы должны позаботиться о том, чтобы его получать, потому что иначе как с растительной пищей его невозможно получить. Что? С растительной пищей его невозможно получить. Да. Он создается бактериями, живущими в кишечнике у животных, и накапливается в мясе, в молоке, в яйцах. У человека, к сожалению, есть нюансы в физиологии человека, которые не позволяют, собственно, витамин В12 из кишечника всасываться. Вот. Поэтому он должен получаться извне. Это можно в любом мультивитаминном комплексе В12 входит. Можете ежедневно просто принимать и все. Можете покупать, есть такие французские дрожжи, там есть в составе. Можете просто в виде порошка покупать В12 и каждый день, я подчеркиваю, то есть регулярно, постоянно добавлять в пищу. Или другой вариант, можно его получать в виде инъекций, и тогда это можно раз в полгода или раз в год. Вы прокололи курс и забыли на полгода или на год про этот вопрос, вообще забыли. Если парентерально, то он, этот витамин способен накапливаться в печени. Единственный водорастворимый витамин, который накапливается, запасается в печени, и его запаса хватает на очень долгое время. Вот. Вы выбираете тогда тот вариант, который вам... Но согласитесь, что это абсолютно, ну, он копейки стоит, но и шприцы тоже недорого стоят, если это инъекционно. Вот. Если мультивитамины будете покупать, это подороже вам обойдется. Вот. Но тоже, пожалуйста, если этот вариант вас устраивает. Но согласитесь, это ничто по сравнению с тем, с теми деньгами, которые вы потратите на все лекарства, которые вам назначит кардиолог, на операцию, на реабилитацию. И то вы будете иметь проблемы. А вопрос? А есть ли аллергия на витамины группы В? Ну, у вас есть доктор, который поможет вам найти вариант, который будет для вас приемлем. Ну, как правило, при потреблении в виде пищи аллергия не развивается. Ну да. Это казуистический случай. Я имею в виду, что если порошки, уколы, таблетки, за это... Ну, то добавляется в пищу. Никаких это проблем. Получается животное пищу. Вы должны знать следующую вещь. Я не буду сейчас подробно это объяснять, просто скажу вам, что проблема сердечно-сосудистых заболеваний — это то, что
образуется в крови очень много вещества под названием гомоцистеин. Он образуется из аминокислоты метионин. Ее очень много в животном белке. Очень много. Поэтому, видите, здесь написали «диета». То есть, когда вы употребляете продукты животного происхождения, то и метионина очень много, и становится много гомоцистеина, и он самый повреждает вот эту стеночку артерии, и туда холестерин туда заходит, и развивается этот процесс. И было установлено, что именно вот он является главным виновником, а не холестерин. Вот. Но, поэтому его нужно не допускать, чтобы он повышался в крови. Его нейтрализуют, обезвреживают витамины группы В, это витамин В6, и он выводится из организма. И также фолиевая кислота и витамин В12. Вот эти три витамина. В6, В12 и фолиевая кислота. Поэтому если В6, фолиевая кислота, это все свежие фрукты, овощи, зелень, это прекрасный источник. Вот. А В12 я сказал, как можно получить. И вы должны знать, что если вы решили стать вегетарианцем, но не заботьтесь о том, чтобы получать витамин В12, то ваш атеросклероз начнет прогрессировать еще быстрее. Потому что без В12 даже небольшое количество гомоцистеина не будет обезвреживаться, он будет накапливаться, концентрация в крови будет повышаться, и атеросклероз будет очень сильно прогрессировать. Вообще, очень часто мы сталкиваемся, люди подходят и говорят, да как так, я перестал есть молоко, яйца жирные, все-все, а у меня ничего не помогает, у меня давление продолжает, все остальное. Вот очень часто это проблема. Я подчеркиваю специально это элементарно решается, но решать ее нужно, позаботиться об этом нужно. Хорошо, договорились? А вопрос вот, вот это понимание. Вопрос можно? Давайте я сейчас закончу потом вопрос. Вот. Я перечислю в конце несколько продуктов, которые помогают быстро выводить лишний холестерин из организма. Вы просто их себе запишите. Это овес, фасоль. Соевые продукты, соя и все изделия из нее. Вообще кардиологи рекомендуют ее как таблетку принимать. Хотя бы 25 грамм соли в день для всех сердечников. Но мы вас не ограничиваем. Можете и больше. Грецкие орехи. И чеснок. И вот такой рацион, конечно, этому нужно научиться, поэтому приглашаю вас на кулинарный курс, чтобы этому научиться, кто не проходил, не умеет. Но такой рацион питания имеет еще один бонус. Вместе с регулярными физическими упражнениями он решает проблему ожирения. Просто и легко, без всяких голодовок, изнуряющих диет и всего остального. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь этим. Я хочу, чтобы вы правильно восприняли эту информацию. Это не значит, я не говорил сегодня, что людям нельзя есть мясо, пить молока или есть яйца. Но я сегодня вам рассказал, что если вы хотите очистить свои артерии, то единственный известный сегодня науке способ, как это сделать, это рацион, состоящий полностью из продуктов животного происхождения. В любом случае, я рекомендую каждому из вас, в любом случае, и это рекомендует Всемирная организация здравоохранения, употреблять как можно меньше продуктов животного происхождения и как можно больше растительных продуктов и особенно как можно больше свежих овощей и фруктов. Вот. Это точно 100%, что необходимо каждому. Вот. А если у вас есть проблема атеросклероза, то тогда вы теперь знаете, как ее решить, и вы не должны сейчас смотреть такими грустными глазами на меня, а вы должны сейчас радоваться и даже подпрыгивать от радости, потому что то, что я вам сейчас рассказал, стоит миллион. И люди приезжают и платят огромные деньги за то, чтобы это узнать и это получить. А вы получили это сегодня бесплатно. А я желаю вам, чтобы вы могли ощутить это не просто теоретически, но могли в полной мере ощутить это на себе. Я хочу пригласить сейчас Александра, чтобы он мог закончить. В прошлые разы мы с вами говорили о том, что Бог – это первая и последняя инстанция жизни человека. Правда? Мы поговорили, что без веры угодить Богу невозможно, потому что надобно, чтобы человек приходил и доверял Богу. И третье – это радость, это благодарность. Потому что если мы не благодарим и не радуемся, то мы тоже себя не очень хорошо чувствуем. Четвертое, о чем сегодня мы должны сказать,
Я хочу это прочитать из еще одной истории в Евангелии. Евангелие от Иоанна, 5 глава, со 2 стиха. «Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Бефезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и совших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. И Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже довольно долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечает ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботы. Здесь есть очень важный урок. Знаете какой? Мы, люди, очень часто ожидаем какого-то толчка, какого-то дружеского хлопка по спине. «Давай, брат, пошли, вперед!» Но знаете, вот здесь, вот в этой ситуации, Бог очень уникален. При всем том, что Бог велик, при всем том, что Он сотворил небо и землю, при всем том, что Он готов протянуть и протягивает руку любому из нас, Он задает ему вопрос: «Хочешь ли быть здоров?» Человек переводит стрелку на любые другие проблемы, правда? На помощь другого человека или на какие-то обстоятельства жизни. Но Иисус говорит ему тогда следующее: «Если ты хочешь быть здоров, встань и ходи». То есть самый важный вывод из всей ситуации – это то, что человек должен помочь Богу совершить его выздоровление. Свое собственное выздоровление. То есть приложить усилия к тому, чтобы это совершилось. И сегодня Господь заинтересован в том, чтобы каждый из нас, каждый, мог приложить это усилие. Для того, чтобы не просто получить временное какое-то восстановление, а постоянное, полноценное, духовное и физическое здоровье. И я хотел бы, чтобы мы об этом сейчас с вами помолились. Дорогой Господь, Небесный Отец, Ты знаешь всю нашу внутренность, Ты видишь наши переживания и страхи, но они не обоснованы, потому что Ты великая сила наша. Ты Творец и Создатель, Ты знаешь все наши молекулы и атомы, Ты сам нас творил чудесно. И сегодня, когда Ты желаешь восстанавливать нас, то мы порой противимся и думаем, что, может быть, придет время, когда кто-то поможет, или еще, может быть, какие-то средства придумают к этому времени. Но Ты уже прямо сейчас здесь готов протянуть руку помощи. Господи, Ты желаешь, чтобы мы согласились с правильными и истинными методами, Господи, восстановления, и чтобы приняли в этом самостоятельно тоже участие. Ты желаешь, чтобы мы протянули Тебе руку навстречу, и чтобы Ты совместно с нашими усилиями мог совершить полноту восстановления нашего духовного и физического. Да будет, Господи, благословенно имя Твое отныне и вовек, и чтобы наша жизнь приобрела еще более образ и подобие Твое. Да будет Тебе за все честь и слава, великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.